Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила о приостановке всех проводимых соревнований в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. А накануне в рамках второго тура чемпионата Казахстана по футболу карагандинский «Шахтер» одержал первую победу в сезоне. Подробнее о встрече, которая прошла в городе Костанай, в следующем репортаже. Первый номинально домашний матч текущего сезона горняки завершили минимальной победой. Счет был открыт на 17-й минуте первого тайма. Сергей Зюнев вышел на ударную позицию, но его накрыл защитник «Кайрата» Раде Дугалич. Но к радости наших игроков на подборе оказался первым Бауыржан Турысбек, который не самым сильным ударом поразил ворота своей бывшей команды. По штрафную площадь, это должен быть гол Зюнев! Бауыржан Турысбек добавляет гол! На перерыв команды ушли при счете 1-0 в пользу горняков. Весь второй тайм игроки «Кайрата» владели мячом и осаждали половину поля нашей команды. Шансы забить были у Гафуржана Сюембаева, который много бил из-за пределов штрафной. А также Айбола Бикен и Абата Имбетов могли поразить ворота нашего кипера. Однако Тимурбек Закиров показал себя с лучшей стороны и завершил матч сухарем. «Шахтер» выстоял и набрал первые 3 очка в этом сезоне. Бекежан Ардахулу, Наталья Заяц, 5-й канал.